Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп Прогноз на 5 июня 2022 года. И мы, как всегда, начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Не повезет тому, кто в этот день заденет Овна за живое. Обидчика ждет шквал эмоций. Мало не покажется. В этот день Овен очень раним, к тому же его эго, очевидно, увеличилось в размерах. Он похож на воздушный шарик, который лопается с огромными хлопками. Стоит только поддеть его чем-нибудь остреньким. Гороскоп предлагает в этот день Овну немного расслабиться и постараться не кидаться на людей, если сумеете держать себя в руках и не поддаваться на вольные или невольные провокации. Этот день будет для вас очень эффективным. Любовный гороскоп для Овна. В этот день волшебник Овен будет особенно силен в практической любовной магии. Милая улыбка, выстрел глазками, тонкий комплимент, и ваш любимый человек сделает все, что вы захотите. Впрочем, опробовать свои чары Овен может не только на нем. В этот день добиться желаемого с помощью очарования легче, чем когда бы то ни было. Гороскоп утверждает, даже на деловые переговоры в этот день можно идти, вооружившись одним голым шармом в качестве главного аргумента. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сложно в этот день не отметить старания Овна, ведь за что бы он ни взялся, все получится отлично. Именно поэтому гороскоп советует использовать этот день для демонстрации начальству своих самых лучших качеств. Любое поручение Овен сможет выполнить легко, быстро, точно и с хорошей долей креатива. Благоприятны будут также встречи с новыми людьми. Так как произвести хорошее впечатление в этот день не составит для Овна ни малейшего труда, ему отлично удаются собеседования или деловые переговоры с новыми клиентами и партнерами. Так что вперед, уважаемые Овна! Телец. Вполне возможно, что в этот день в Тельце начнется внутренний конфликт. Одна часть его естества будет стремиться затеять с кем-нибудь скандал, а другая – корить первую за эмоциональную несдержанность. Если сумеете справиться с раздвоением собственной личности, получите шанс эффективно использовать другую особенность этого дня. В этот день хорошо начинать новые дела. Если откладывали до понедельника, диету, книгу или переговоры о сотрудничестве, начните сегодня. Гороскоп обещает, звезды дадут Тельцу необходимую поддержку. Обязательно. Любовный гороскоп для Тельца. В этот день гороскоп предупреждает Тельца, что сегодня желание докопаться до второй половинки проснется раньше вас. Даже если рядом с ним живет настоящий идеал, в этот день Телец может попытаться свергнуть его с пьедестала, предварительно обвинив во всех грехах и в общем несовершенстве. Чтобы не обидеть любимого человека, Тельцу стоит прибегнуть к старому проверенному средству. Это зеркало. Посмотрите на себя. Впрочем, даже если вы забудете эту рекомендацию, ее напомнит вам ваш избранник. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В этот день Тельцу желательно взяться за завершение дел, которые давно откладывались на потом. Все то, что стопорилось и не находило решения раньше, в этот день имеет шанс чудесным образом разрешиться в самом лучшем виде. Так что Тельцу следует объявить бой бездействию и лени, и вперед на баррикады. Тем более, что избавившись от морального груза несделанных дел, Телец получит в этот день новую порцию вдохновения и будет двигаться вперед в ускоренном темпе. Близнецы. В этот день близнецы похожи на обезьянку из анекдота, которая не может выбрать, кому ей примкнуть, к умным или красивым. Принять любое решение в этот день близнецам крайне сложно, из-за чего они начнут слушать чужие советы. Гороскоп предостерегает от безоговорочного принятия чужого мнения. Прислушивайтесь, но не слушайтесь беспрекословно. Откажитесь от готовых решений. Такой фастфуд вреден в любой день, но в этот день особенно. Запомните. Любовный гороскоп для близнецов. Гороскоп уверяет, для близнецов в этот день самой глупой тактикой в отношениях с любимым человеком будет следование принципам общечеловеческой логики. Помните, любовь, чувство иррациональное, так что лучше слушайте свое сердце, даже если глаза, уши и мозг говорят совершенно обратное. Близнецам, находящимся в поиске или в самом начале романа, также стоит в этот день отключить башку, забыть о предрассудках, отказаться от завышенных ожиданий и просто позволить событиям развиваться своим чередом.
Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день близнецам будет проще справляться с работой, в которой есть четкие указания, что надо сделать, когда и примерно как. Принимать самостоятельное решение в этот день им будет сложно. Могут помешать мучительные сомнения по любому поводу, а иногда даже и без повода вовсе. Звезды гороскопа советуют близнецам принятие решений пока отложить, особенно если они касаются финансов. Впрочем, в этой нерешительнице нерешительности близнецов есть и положительная сторона. Они не станут действовать наобум и не наделают кучу ошибок, которые потом тяжело будет исправить. Рак. Путеводной звездой для рака в этот день должна стать, как бы, его любовь к себе. Принимая решение, выбирайте то, что вам выгодно. Гороскоп настоятельно не рекомендует слушать чужие увещевания, в какой бы форме они ни звучали. Окружающие громко взывают к вашей совести, предлагая сделать что-то во благо будущих потомков, чести отдела, пользы общества. Если вы не видите в этом собственного интереса, вам следует отправить их в лес на прогулку, да на подольше. Раку в этот день следует думать в первую очередь о себе и своей семье. Любовный гороскоп для рака. В этот день особенно удачное время, гороскоп обещает одиноким ракам. Есть большая вероятность встретить свою мечту, хотя шансов повстречать полную противоположность этой мечте и влюбиться в нее не меньше. Что ж, любовь дарит много неожиданных открытий и сюрпризов. Кстати, рак в этот день может немножечко помочь своднице судьбе. Звезды советуют ему сменить обстановку, пойти в новое место или войти в новую компанию. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день звезды располагают к прямым и решительным действиям. Рак может смело идти в бой, у него получится все. Целеустремленность и отвага, умение дать отпор и настоять на своем мнении – те бойцовские качества, которые рак сможет в этот день проявить в нужное время и в нужном месте. Даже если придется идти наперекор коллективу и начальству, он сможет одержать победу, ведь все, что он делает, будет тщательно просчитано и взвешено. В этот день рак способен быть на шаг впереди остальных и просчитать любую ситуацию на несколько ходов вперед. Лев. В этот день гороскоп предлагает льву вспомнить слова мудрого Омара Хайяма. «Ты господин несказанного слова, а сказанного слова ты слуга». И поменьше давать обещаний. Есть риск, что кто-то в вашем окружении будет давить на вас, вынуждая пообещать что-то, что сделать вам будет довольно-таки сложно, неприятно или даже невыгодно. Чтобы не попасть впросак, льву в этот день не надо торопиться говорить «да». Берегите время на обдумывание любых предложений и просьб. Ориентируйтесь на чувство внутреннего комфорта от принятого решения. Любовный гороскоп для льва. Гороскоп льва на этот день предлагает ему поделиться своей любовью со всем миром. Вспомните о всех, кто вам дорог. Организуйте встречу с родными, пригласите домой друзей. Если у льва в отношениях с любимым человеком сейчас есть некоторая напряженность, эти посиделки помогут наладить диалог, ощутив общность интересов и единение душ. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день планы льва могут пойти наперекосяк. Вероятно, непредвиденные изменения в рабочем графике. Не то с работы понадобится уйти пораньше, не то задержаться на ней до полуночи. Кто его там разберет? Гороскоп указывает на возможный конфликт деловой и личной сфер жизни. Как ни крути, но либо начальство, либо домашние останутся в этот день недовольны львом. Категорически недовольны. В любом случае, льву следует самостоятельно расставить приоритеты, не поддаваясь давлению, и отдать предпочтение тому, что, по его мнению, на данный момент наиболее важно. Дева. В этот день Деве будет доступно объемное видение. Если вы в последнее время бьетесь над какой-то сложной задачей, в этот день решить ее вам поможет соединение сильной логики и обострившейся интуиции. Состояние, в котором находится в этот день Дева, делает возможным инсайты, внезапные озарения, основанные на опыте прошлого, которые помогают найти осмысленное решение. Гороскоп советует не мешать своим внутренним силам. Прибегайте к советам извне, только если они исходят от профессионалов. Любовный гороскоп для девы.
Если в этот день Дева собирается на свидание, гороскоп советует ей проявить инициативу и приготовить сюрприз для того, кто ей нравится. Давно живете вместе? Тогда эта рекомендация актуальна для вас вдвойне. Пора освежить свои чувства. Взбодрите любимого человека неприличным предложением. К примеру, предложите эротический массаж. В этот день Дева просто обязана проявить фантазию и инициативу. Это важно для поддержания гармонии в союзе. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Дева способна открыть новую страницу своей деловой жизни. Это вовсе не обязательно будет сверхвыгодный контракт или повышение в должности. Однако, в этот день Дева может заложить еще один маленький кирпичик в основу успеха своей карьеры, заслужив галочку руководителя, получив одобрение коллег или же обзаведясь новым перспективным клиентом. Тактика в этот день Девы – добраться до цели, двигаясь маленькими шажочками. Как гласит японская мудрость, быстро – это медленно, но без перерывов. Весы. В этот день весы проявляют повышенную эмпатию. Это может быть для них полезно или вредно. Все зависит от объекта сопереживания. Гороскоп советует окунуться в мысли и переживания близкого человека, но отказаться от чрезмерного вхождения в ситуацию коллег, клиентов, малознакомых людей, поскольку они могут воспользоваться восприимчивостью весов в корыстных целях. Звезды предлагают доверять, но проверять. Прежде чем осыпать щедротами и благодеяниями, удостоверьтесь, что не попадаете в ситуацию, когда битый не битого визит. Любовный гороскоп для весов. Любовный гороскоп советует в этот день весам как можно больше мечтать, прорисовывая воображение мельчайшие детали. Думайте о любимом человеке, реальном или пока еще не найденном. Представляйте во всех деталях совместное будущее с ним. В этот день мысли материальны как никогда, и такие мечты отнюдь не пустое витание в облаках, а программирование собственной судьбы. Весам в этот день гороскоп не советует думать об одиночестве или возможности расставания. Только позитив и оптимистичный настрой. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весам остается рассчитывать только на свою интуицию. Хотя так не принято в деловой сфере, это практически единственный доступный инструмент весов. Логика работает с перебоями, да и информации для правильных выводов будет маловато. Рабочие моменты потребуют в этот день от весов безотлагательных решений, и гороскоп советует прислушиваться к первому, что говорит внутренний голос, ну и запастись на крайний случай кофейной гущей. Скорпион. Обилие эмоций может мешать в этот день Скорпиону мыслить здраво. И если в личной жизни вы вполне можете довериться чувствам, то в профессиональной деятельности эта тенденция дня будет только мешать. Есть риск переоценить свои возможности, шансы на успех. Согласно гороскопу, в этот день Скорпион может не довести до конца ни единого начатого дела, а все из-за суетливости и потери самоконтроля. Совет дня. Не беритесь за новое, не окончив начатого. Любовный гороскоп для Скорпиона. В этот день Скорпиону в качестве девиза отлично подходит цитата «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся». Размышления о любовных отношениях, любви в целом, да и о смысле всего сущего могут в течение дня отвлекать Скорпиона от реальных дел. В его эмоциях сам черт не сможет разобраться, не то что представители противоположного пола. Гороскоп призывает к самоконтролю. Не давайте потоку мыслей и чувств отрывать себя от реальности. В этот день Скорпион под влиянием эмоций может наговорить лишнего любимому человеку или расстроить его своим отсутствующим видом. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. На работе Скорпиона в этот день ждет насыщенный событиями и эмоциями день. События обещают быть приятными, эмоции как следствие тоже. Возможно получение финансового вознаграждения за труды или морального удовлетворения за достойно выполненную работу. Гороскоп предупреждает Скорпиона: радуйся за собственные успехи, не забывайте о текущих обязанностях, иначе рабочий день может окончиться неприятностью. Впрочем, головокружение от успехов – единственная опасность этого дня для Скорпиона. В остальном же в этот день все обещает складываться легко и непринужденно. Стрелец. В этот день Стрелец столкнется с противодействием окружающих. Они откажутся выполнять его просьбы, желания и даже приказы. Много сил Стрельца может уйти в этот день на сопротивление взбунтовавшимся. Однако гороскоп предлагает в первую очередь обратить внимание на себя самого. Весьма вероятно, что Стрелец требует невозможного. В этот день вы склонны к авторитарности, эгоцентризму. Многие конфликты можно решить, внимательно выслушав позицию оппонента, согласившись на небольшие уступки, конечно же, тоже.
Любовный гороскоп для Стрельца. В этот день Стрелец будет в игривом настроении, и ему страшно захочется обратить на себя внимание противоположного пола. Если Стрелец не связан обязательствами, гороскоп дает ему зеленый свет. Одевайте самый сексапильный из своих ежедневных нарядов и отправляйтесь ловить восхищенные взгляды. Ну а Стрельцу, находящемуся в отношениях, звезды гороскопа не советуют испытывать свое обаяние на ком-либо еще, кроме своего любимого человека. Хотя такой соблазн в течение дня очень даже может возникнуть, но вы держитесь. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день у Стрельца работа пойдет как по маслу, мысли будут ясные, а идеи своевременные. Все, что Стрелец услышит от начальства или коллег, он будет впитывать словно губка, брать за основу и развивать в соответствии с собственным видением. Эта способность мыслить четко даст Стрельцу возможность просчитывать свои и чужие действия наперед и принимать безошибочные решения. Обострившаяся интуиция поможет ему разглядеть выгоду даже там, где ее трудно увидеть более опытным коллегам. Прозорливость и логика – это вот сильные стороны Стрельца на этот день. Козерог. Козерог в этот день способен настоять на своем, при этом может сделать это ненавязчиво, не вызывая негатива оппонента. Так что самое время отправляться на деловые переговоры или затеять серьезный разговор с близким человеком, шансы добиться желаемого очень высоки. Естественно, надеяться только на личное очарование Козерогу не стоит. Будьте логичны, подготовьте разумные аргументы и к этому добавьте улыбку. Гороскоп для Козерога на этот день говорит о значительном энергетическом потенциале пробивной мощи этого знака зодиака. Не упустите эту возможность. Любовный гороскоп для Козерога. В этот день перед Козерогом в той или иной форме может возникнуть извечная дилемма – любовь или деньги. Финансовый вопрос готов стать между ним и его избранником. Возможно, любимый человек не захочет на вас тратиться или, напротив, будет, стуча кулаком, требовать немедленно удовлетворить его дорогую прихоть. Как бы то ни было, гороскоп на этот день рекомендует Козерогу отложить решение денежно-любовной проблемы на следующий день. Постарайтесь откупиться поцелуями и объятиями. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день Козерогу не стоит царить деньгами, да и вообще, знаете ли, следует с большой осторожностью обращаться с финансами и с особенной внимательностью с чужими. В этот день Козерог склонен к незапланированным покупкам, рискованным денежным авантюрам и сомнительным вложениям. Проведенные переговоры могут вылиться в заключение невыгодных сделок. Кроме того, Козерог рискует попасть в неудобную и даже неприятную ситуацию, если пойдет на поводу у своих эмоций. Вот почему все, что связано с деньгами, гороскоп советует ему в этот день обходить десятой дорогой. Водолей. В этот день Водолей может попасть под чье-то влияние. В этот день он имеет одинаковые шансы обрести кумира, вдохновившись чьей-то личностью, перенять чужое мнение о близком человеке или впасть в панику из-за новостей. Искус пойти по простому пути, приняв на веру чужие мысли, в этот день велик, но гороскоп призывает к самостоятельности в суждениях. Для Водолея очень важно мыслить сейчас трезво, и независимо это спасет его от неприятностей в будущем. Любовный гороскоп для Водолея. Водолею, находящемуся в отношениях, гороскоп советует в этот день завлечь любимого человека куда-нибудь подальше от городской суеты на лоно природы. Во-первых, это позволит вам побыть по-настоящему вдвоем. Главное договориться убрать подальше телефоны. Ну а во-вторых, в этот день это самый романтичный и полезный вид досуга. Луна, звезды и костерок. Что может быть удивительнее и лучше? Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Совсем небольшое волевое усилие, и Водолей в этот день проявит себя на 5 баллов в любой работе, требующей креативного подхода. Звезды обещают успех с нестандартными идеями не только в творческой деятельности, но и везде, где приветствуется полет фантазии. А вот с работой, которая требует точных подсчетов, аккуратности и внимательности, ситуация в этот день складывается противоположно. Что же делать Водолею, если он работает бухгалтером или кассиром? Внимательно пересчитывать, а что еще остается? И не полагаться на интуицию или свои математические способности. Только строгий контроль. Рыбы. К
сложным действиям рыбы в этот день совершенно не расположены. Базовое их стремление – уйти в тень и ничего не предпринимать, однако, поскольку обстоятельства требуют участия рыб, они идут по простейшему пути, не анализируя возможных последствий шаблонных решений. Они похожи на хирурга, который пытается заклеить пластырем распоротое пузо пациента. Гороскоп предупреждает, отказавшись от активной позиции в этот день, вы можете оказаться в крайне сложной ситуёвине. Любовный гороскоп для рыб. Любовный гороскоп рыб советует им в этот день слиться со второй половинкой в творческом порыве. Сделайте вместе что-нибудь необычное. Составьте коллаж из общих фото, придумайте хитрую полку для хранения спортинвентаря и спеките смешное фигурное печенье. А еще лучше, сотворите что-нибудь совершенно неприличное в спальне. У рыб в этот день отличное время для того, чтобы увидеть любимого человека с новой стороны и заново в него влюбиться. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день рыбы могут испытывать затруднения при общении с начальством. Особенную неловкость и неуверенность могут вызвать ситуации, требующие изложения своих идей и планов вышестоящим коллегам. На самом деле все дело во внутреннем состоянии рыбок, а вовсе не в скептическом отношении к ним окружающих. Звезды гороскопа говорят о том, что руководство настроено в этот день к рыбам вполне благосклонно, так что им надо встряхнуться, собраться с духом и со спокойной уверенностью отправляться доносить свои мысли шефу. Ну вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание, за лайки, за приятные комментарии. И хочу пожелать вам отличного дня и прекрасного настроения. И успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и конечно же, до новых встреч. Пока-пока.